опытные, но я все равно себя считаю, ну, Нарёвым хилом и шаманом слабеньким. Есть какие-то советы, что-нибудь, рекомендации, что давай, мне делать? Я с шамами, братан, не знаю. Я знаю только за Кулипа. Ты с другими шаманами играл? Однажды мы с тобой сражались. Ну, ты мне хоть скажи, хоть я хоть что-нибудь тяну вообще. Нет, тянешь. Вроде КТ зашел или нет? Я не понял. Не дотягиваешь. Что я сейчас танчил без пристабафа, да? Тянешь, но не дотягиваешь. Ты по гайдах смотрел что-то, Саня, нет? Не, все смотрел, теоретически я все знаю, но практически я еще не могу к этому всему привыкнуть. Сейчас, не знаю, я шаманом играл. Поговорим после Вальки или перед Валькой, перед Синдрой. Вася, давайте быстрее, у нас через полчаса хант уходит. Давай, Все, хилы здесь. Там, а это хант, АФК. Давайте, я грану сейчас. Кто уходит? Хант через полчаса. Вы там не врываетесь, нахуй, там пизда сейчас будет. Воительница вешает в стаке. Варовский удар. Войд, забери у меня одну воительницу, а то мне пизда. Спасибо. Давайте мы с меньшим ход. Это прожим отдал. Потом войдовскую воительницу. Ставлю метку на мне. Пизда, печенка. Пизду печенку играем, потому что это мог. Или сейчас открыть ревность, но нету. Бейте печать на мой трэш забей. Павел, не хочешь там гильду? Нравится. Дай мне боб, потом я заберу весь трэш. Давай, даю. У меня уже стаки спали, как только воительницу убили, стаки спадают на 56 секунд. У тебя воительницу заберу, кинь стаки. Ни одной шмотки, сука, не вытащит отсюда, пиздец. Так, теперь поаккуратнее агрим. Не по много, а то это пиздец нам будет. Дайте бы. Давай этих. Ага. Это ледяная, я ее не буду. Капельку тебе он дал. Да что происходит, ёбаный стыд. Тут с огром иногда проблемы. Там на Вальке, да? А, с этой свалны не дают ни хера, просто дают реку до хера. ОД вроде дают или нет? Я же не помню. ОД не дают. Мне каждый раз запаривает, когда люди говорят, это вам не циркули, блядь. Вот чем мы тут получается циркули? КП просто и все. Баф нет, и целка, нету. И пиздец, да. Ну считай, что он баф. Ты считаешь, что мы Дионса побеждаешь? Ну ты понимаешь, что если вам дать еще баф вот в этой ситуации, то вы плохо на фарш все будете проносить. Ну, надо было идти в соло танка, соло хила, блядь. Давай по одной штучке, блядь. Конечно, блядь. Ну, вместо танка, блядь, так и ходят. На циркуле надо от 5,8 собирать, или от 6 кашек в одного идти, блядь. Танка и хила. И это если испугаться.
Мульти, дай пристабав, пожалуйста. Пока сломан без пристабафа. Даю, даю. Представляешь? Пристабафа оттанчил. Чёрт, они уже ничего не говорит. Чё они не вызывают мудаков своих, вот эти носители смерти? Как? У Роми уже сколько, 12 часов ночи, ребёнок. Тебе Рома, Роме жена сковородкой не ебашит? Ты задротишь постоянно. Жахта 2 часа ночи, нихуя себе. Понимаешь, у меня 8 часов. Если мы сейчас убиваем, я пойду бухать. Вот и... Лича, да? Лича убиваем, да, я иду бухать. А, этот, рест. А, еще рест, ёмно. Ну да, на такой пати можно рестить. Заберите момба. Сожгите мои останки. Хочу А напомните, пожалуйста, вот этого оленя вроде отворачивают от рейда или нет? Я охотницу отворачиваю. Охотницу отворачиваю. Этого можно так. Воительница, игра. Читаки там повешу. Нахуй вам эта пачка, скажите. Воительница, приоритет. Помните, раз и насилие. Воительница, потом охотница. Шеи этих нет. Где на этих дур? Блять, какие же армсы скучные, тут пиздец. Я уже задрался две кнопки, чё-то покоренные. Чё, превосходство, одна кнопка? Смертельный удар, превосходство, блять. Кровотечение раз в 22 секунды. Ну и удар героя иногда, типа, когда раги до хера, а тут всегда рага почти нет. А, вешается так, чувак. Тут же бафы спадают. Чем тебе твой хонор? Да я знаю, что фурики больше нет. Мне надо еще один Т-10, чтобы фурика сделать. Завода не дают туда, да? Нет, только репуры. Нет. А у Орхидеи есть Ардру? Я за Хилса. Ардру есть. У Орхидеи... Не, нет. За Хила? Да, грустно. А я за Хилл там Хилл. Так, подождите, стоп, стоп, стоп. А он прыгает, я на рейде. Да, я буду частицу еще на войнах кидать постоянно. Ее бить не бать. Почему у нее щит где-то, а? Бейте моба, значит. Копье, копье, копье. Копье. Киньте копье. Сейчас там в сутки бардак разгребут. Ну что, кто взял? Не... Ну, взял. Началось уже. У кого копье? Люди смотрят, у кого копье на утис выставлено у кого-то. А нет, копья. Копье взяли, сумку открыли, кинули копье в вальку. Желательно не бить, пока щит не сбили, иначе вам рефлектит, который вы нанесли, когда на ней щит. Вы бейте, я пока мама по регене. Мелики стоять полукругом, чтобы удобнее было копье лутать. Так, я копье лутану, это что за фигня? Я уже сбил.
Мы вдвоем лутанули? Ну, я кинул копье, у меня на сумке. Сам открываю сумку и смотрю сразу. Она одна пустая. У меня два копья, прикиньте. И меня еще прижало копьем. Заберем. А его нельзя выставлять? Я сбил. Можно. Взял. А на панели нельзя копье это просто выставлять, чтобы... Можно. Еще можно поставить в рейде информацию о добыче. 500 будет, лет, нахуй, с неё даёт, ёп. Будет сразу видеть, кто спиздил копье. Так, фулл ребафы раздали. Ретрик, не хочешь к нам в гильдию? Я слева, лимон. Угу. Сейчас ребаф. Кто ты можешь? Саня, можешь принимать гильдию? Не. Саня, вот сюда. Тону. Прими в гильдию. Не-не, подожди, не ливай, братан, не ливай. Ты не ливнул еще? Уже ливнул. Блядь, ну зачем? Хотела мочилу засветить, да? Да, потому что съели такой хуйлой, я говорю. ГМ. Чё хотел Честер? А чьего слеча засветить? Они, чтобы ты понимал, чтобы вы поняли, этот Садиер, он... Ваше типа, молоко, да, принимаю, правильно? Да. Он с 265-го ИВЛ собирал на Синдру Лича 10 опций ЛК. Я вам отвечаю вопрос. Я понял, так, может, не правильно. Главный вопрос. Да. Имя и спек, пожалуйста. Ретрик 248, какое у тебя имя? Да, ИВЛ не важен. Рома. Что значит? О, смотри, у него еще и протик есть. Вот вам еще танк один из гильдии. Там у меня уже два танка, блядь. Давай, Честер, что ты? Давай. Честер на порталах, Шам. Кулак, по ханту дайте. Ханту, кулак. Ретрик, дай кулак. Пуляем или чё? Да, пуляем. А я не знаю, Паша ли тут аура, коня. Паша. По приоритету все знают. Давление, потом все остальное. Жирного. Подавление справа. Твой подавитель вылетает с разных сторон. Фурики ваши подавить. Лицо. Я не вижу ауру каста ни у кого. А вы забирайте трэш, что он мне хуярит, а? Разгром справа. А, тут есть одна проблема. Тут хилы могут переагрить трэш. Разгром. Убили. Милики отошли от большого Валдырна. Валдырну можем дать стан. Конец стоит, и он не будет взрываться. А нет, взрывается, не работает хуйня это здесь. Короче, на X1, когда он кастует взрыв, его можно дать стан, и он не уйдет. Так, подавите. Право ледяной. Ну, не такой бизнес замутить, если людей с циркуля перевести сюда, блин. Так здесь уже человек 10 играет, если так, не есть гильдия одна из... Мафия Корп. А Корпи держи. Перезагрузка 14. Они делают на шэм, на всё, блядь. 14 минут. После Вальки перекур, значит. Да. На Ивен. Ивен, я думаю, успеем за 5 минут. Перед синдромом можно и прийти тогда. Жалко, что уходит Гурский. Кто у нас будет ДПС? Из гильдии доберем кого-то, шаман добьет кого-то, наверное. Я думаю, после того, что увидели, там любой пойдет. Подавление справа. Вы же так на РТ будете забрать это, когда если мы не убьем? Да. А это КД нужно будет добивать в любом случае. Мы убьем сейчас, кое добивать. Ну все, отлично, тогда второй пати пойдет чисто. Не ревностный, как бы, Честер. Диспаль себя, либо... Ты мне говоришь, я в порталах. У меня прожимки есть, паладина получить, пока у него ревностный там дебаф. У меня БЗ еще есть.
Да нет, только сакра осталось. Бомбеж 32 стака. Сейчас вы готовьтесь танки, чтобы выйти. Там где-то 50-60 надо, чтобы захитить. Твина было побольше, там 60 или 80 или 100, блядь, стака. Много, короче. Да, шестер, когда давать Геру. Он сам увидит. Подавление. Суркинтель, подавители замедляются, блядь. Право ледяно. Но он не издалека бьет. Мне просто интересно, будет ли... А тут жнеца нету на обличке, правда? Есть. Пришли, но... На Сирусе я не знаю, сейчас увидим. Кто еще раз интересен? Жнец душ на танке. Потому что тут можешь жнец, блядь, ваншотнуть там. Паладина, второй раз, точнее, третий крылья не прожимайте, когда шам дадут геру, все дадут крылья и все дадут возложение на валь. Не просирайте момент. Подавите. Для ретриков, если, ну, такой лайфхак, если не к боссу даете, когда они подбежат, а не когда... Они не резали хп. Для ретриков прикол такой. О, блять, разгром. Я отошел, все подлетели, давай. Вы можете свои вспышки отдавать, ну, тут пока, да? Вальки. Ледяной справа. Ну, в принципе, так и делать, он все пули все равно. То есть, вам не кажется, что он с циркуля от расыски как-то, блин? Справа погоди. Готовьтесь сдавать рост, подавители. Давайте рост. Все хилим. Божественный геймприз. Подавители. С подавителем вы не захилите, вы, алло. Там вы найдете спасение, герой. Силы возвращаются. Разгром фуловый. Саня, не хиль цепухой, босс. Отдали возложение рук? Молоко отдал. Чё не захилил, ты чё? Да я... Фу, лох. Чё, ты стаки проебал, нет? Не, 75. Ну, давай хиль стаки, стаками захилишь. Ран. Не. Рано рост, ты сказал. Там вы найдете спасение, герой. А че открывается агро, че за фокус? Так, а это тут так пашет. Просто забираем. Все говорил, что. Интересное кино. А, тут вообще жесть, я помню, один раз ходил, 25-ки хилил тоже, на меня тупо ваншот из-за трэш, потому что тупо... Че за говно лут, нахуй? Очередной рофл лут. Мы успеем трэш за 9 минут? Я думаю, успеем. Давайте. Кроник, тебе одну мне. Давайте вниз, свинья ФКшу. Это что, самый прикол, никому нихуя не надо, бля. Танка нет, ничего. Пошли, бля, убить пару боссов, чтобы этот, одеться нахуй, пошли убили всех боссов, нихуя не надо. Уже 8 минут. Я чуть-чуть подвис. Где-то секунд откат. Ой, блядь, сервер сейчас. А мы за 8 минут убьем. Пришел рез, Данон. Нет, мы не пришел, убьем, пришел, 11 секунд. Ну, все, резни, что ли. Трэш, убиваем ее. Давайте быстрее. Че, за 8 минут, конечно, убьем. Мы за 7 минут убили босса. Тут, говорят, вроде душ не дают. Так, а ну лут поставлю, каждый сам за себя, бутайте. Красавцы.
А, ребят, тут обычно его туда к стенке выводят. И с угла бьют. А зачем? Ох, да, конечно, Фок, смотри, он подсыпали. Ну, я так-то ману еще не успел попить, ну ничего страшного. Ну, а вижу, что не запустил. А нет, залейте походу ману, что ли. Это он не так сильно ебашит, что ли? Да, они тут жестко стоят. Я думаю, Бэр не надо пригодиться на Синдере. Да не-не, сейчас... Должен был уже выучить о том, что трэш убивает, а босс... Сейчас трэш убьет, и мы можем порезать, там, как сбрасывать. Я первый раз убил, как, чего вы хотите. Я тоже тут первый раз. Вроде живем. А вот этот трэш кастует? Он крутится, короче, да. Это дальше не вышли. Короче, пипец. Лутоните хоть мобов. В смысле, только что было 7 минут, уже 6 минут за секунду? Перезагрузка? Значит, все бежим, не заходим внутрь. Ждем возле входа. Что? Все, АФК все? Не, я имею в виду... А, хотя бы может... Не надо спешить, после ребута будем прижбить. Ну, короче, можно пойти, да? Да, ФК, пока ребят, 10 минут у вас. Надо найти где нормального толкового. Гурский, во сколько ты уходишь, скажи, через 10 минут? Уже пишет. Уже пора, да? Блин, ну тогда сразу в гильдии ищите какого-нибудь ДПСера. Нормального. Давайте ханта, чтобы он нам сферки бил и на пул был в рейде. Сколько вы боссов убили уже? 8. Каких 8? 8 9, боссов. 9, да. Каких 9? 10? Стоп, подожди, осталось 10. Дролич. 10 боссов убили, да. Ну, тебе спасибо. Вы убили Синдру и Профа? Нет, Синдру мы еще не убили. Мы только дошли до трэша перед Синдрой. У нас остался Синдролич. Неплохо. Профа там мы убили. Сперва. Здорово. Кого? Профа? Профа со второго трая убили, с первого трая там просто... Если бы я не наслал, вы убили бы с первого. Прикольно. Не, ну у вас по сути милли рейд. Да, у вас один РДД, да? Там? Два. Два. Три, три. Зоил, а у тебя шипы что там по ДПСу нормально? Да вообще динарь. Да применяется, трындит. 260. Ну тогда пойдешь, да, Синдролич? Пока нет, я в ВВК сейчас. Все правильно. Старт. Знал бы я что-нибудь тотема на хас, я бы тоже никуда не пошел. Ну да, там же для милика все правильно. Да. Мультик, я буду собирать рейды, буду собирать СПД рейды. Смотри, 25-ку идем, если там нет демона, все, блядь, даже не пиши мне, понял? Нет, нет, демон есть шолдерс, я ему сразу сказал, делай демон. Все, о, миступа зашел, у него маг. Демон это будет третий слот после двух танков сразу автоматом. Короче, я АФК пошел. Давай. А Зоила это не микстурка разве? Нет. Нет. Миксурка тоже с мной ВК, он не было, ну лагать не будет. А, этот, кстати, по поводу Зуламана. Вы ж тактику знаете на сундуке, правильно? Я нет. Ни разу там не был. Один раз расскажешь, узнаем. Все, я понял. Короче, там просто на третий сундук, чтобы забирать, делают репутацию с хадирами, чтобы мамонт был в езде. Мобов кайтить. Да-да-да, пробегают. Общий смысл в чем? Там за 20 минут нужно добежать до босса, но это надо, чтобы показали. А, ну, Роми видел уже, он был с нами. Я, честно, тоже был. Я last trial. Не, я на босса знаю тактику, на всех, кроме медведя. А вот по поводу вот этой беготни нет.
О, давайте квест сделаем, слышите? Какой квест появился, не понял. Великан? Какой? На этого, на великана? У меня нету квеста. Ебать, а я ж не вышел, походу. Надо было выйти, да, с инста? Не играет роли. Не, у меня нет квеста. Какой только квест? Пофиг, на кого квест появился, молоко? Сейчас поднимусь, гляну. Что, на ну ты скажи просто, великана или кого, если все кроме великана мы не сделаем. Чума? Или на... Ну, чуму не сделаем, все отпадает. Да, на чуму. Мне жалко, что не великана. Не, сейчас будет снова дискон, может на великана дадут. Не, если будет. Ну да. Опа, блядь. Сейчас пару дисконов подряд, великаны, поставки, изи, блядь. Слушайте, кстати, по поводу поставок, вот я вам честно скажу. Последние, вот я когда пришел, поставки были часто. И вот после этого, вот после Нового года, эта халява кончилась. Реально поставок, вот или после Нового года, то ли февраль, последний раз было. Все, после этого ни поставки, ни поставочки маленькой, ничего там, не было. Там, короче, с 31 по 7 января каждый день были поставки. Я так считал, вот, да, это было. И потом, после этого, было что-то еще, что-то за баги, глюки, что-то такое была поставка. И все, и после этого, по нулям вообще, сколько раз не было ни там дедосили, ни атак. А, кстати, вот после того, как ввели еще вот эту реферальную, люди кинулись твинов качать, чтобы ждать потом поставки. Вот, как я понимаю, всех обламывают. Не было ни поставок, ни одной нет поставки. Мы вот как раз пришли 3 месяца назад, и были вот эти дисконы, там еще какая-то херня, и поставки сыпали вообще капец. Вот, вот это было. После этого все, было, больше ж ни разу не было поставок. За Шаму он может зайти ШП, Сидрен, ну, не знаю, не хочется Лучдана навешать КД на какого-то другого перса, он еще во вторник пойдет. А у меня только этот перс. Кстати, это, Гурыч ушел не на совсем, он где-то часа через, ну, где-то через час, через полтора будет, если на Лище будут вайпы, нужен будет там кого-то поменять по ДПС, можно будет... Короче, он часам вести будет, да? Я так думаю, что нам сегодня нужно закрывать ЦЛК, это по-любому. Короче, ребят, ребят, конструктивное предложение. Если все, кто здесь в пати, никуда не собираются... то как вариант можно сейчас пойти РС-ку, тотем будет? Десятку. Тотем не выйдет. Сейчас можно РС-ку закрыть и потом вернуться продолжить. А что, проблема у нас? Что, не находится человек, что ли? Сейчас вечером. Не, ну пока сильно не искали, но вот, собственно, есть такой... Не, ну у Роми уже 2 часа ночи, куда ему, что до утра сидеть? Ну вот. Не, надо сейчас убивать Синдрюлича. Ищите человека. Конечно, надо. Резко успеется, там Халион стоит. Вон, смотри, в гильдии пишут, что там, отдали 200к за квесты, да? Тёма? Да, на медвы в ссылку отправили один раз к ребятам. 200к стоит сделать квест наш. Ну, народ полным ходом зарабатывает на этом, ну, ребят, потому что очень много людей, которые плохо играют. Я знаю, если у нас в гильдии мы сделаем ШМ тем, кому надо, мы сможем, ну, когда все уже будут собирать осколки, когда квесты будут сделаны, мы сможем тупо брать 1-2 человек в рейд и тупо фармить голд для гильдии. Ну, смотри, на самом деле голд очень легко фармится, и его некуда девать. Просто некуда девать. Дайте мне голды. Если девать некуда, приму любые пожертвования. Да. Ему любые пожертвования. Угу. В храм. Что, кто там еще не зашел? Я за тебя. Я свечку поставлю в церкви, ебать. Я высылки летал качать. Так что, вы набираете? Что ли, набирать? А, не, на минуту отошел. Я не знаю, брать пугов или не брать пугов. Ладно, попробуй. Если будешь ханта брать, сразу спрашивай, умеет ли он напуливать, бить сферы и притворяться. Снимай шуркарей. Саркачи пофигу, у меня станы есть. Любого человека подбирай, улчат, не улчат, ты пиши просто убить Синдурича. Рейд 250 плюс, 260 плюс, напиши, заебись будет.
Они охуеют, как мы играем. Че, Лимон, что-то изи, да? Сколько у тебя там левел? Да изи, конечно изи. Мне так стыдно за проф до сих пор, это пиздец, блядь. Я так по столу ебанул, что у меня рука до сих пор болит. Короче, написал вот так. Пиздец, я увидел, что он бежит, и я понимаю, что я забыл плюнуть. И пиздец, я чуть стол не сломал, нахуй. 238 у меня в танке. Ну все, вот мы с тобой должны тянуть, как бы. На лече я не знаю, что будет. Ты будешь ну, в танку. Мы тянем, конечно, в танку. Смотри, тянем как, пока. Если будет жнец рабочий, то если он на себя будет баф вешать, то мы просто с тобой ретаунтить будем. И он... Ну да, да, только так. Короче, пока вы добираете, полечу квест, усилков все еще ебну. Синдру лича. Сейчас вернусь. Сейчас прилечу. Только давайте не затягивай там. Сыч, купи мне ингры на баф, пожалуйста. Как они там называются? Свечи, щелинканал. Хорошо, я помню, как они выглядят. Ректальные да, свечки. Рейд 270. Свеча благочестия. Какой 270? Угу. У нас паладин 248, у нас, блин, 238 лимон и воид 200 какой-то. Кручу рулетку, ребят. Я 241 вообще-то. А, и ты 241, 270. Нихуя, 9 жетонов выиграл, джекпот. Красава, брюлик давай. Брюлика нет, вот последняя монетка осталась. Нету брюлика. Жаль. А мне вчера тупо... У меня было 9 монет, и с первой монеты брюлик упал, я просто охерел. Это как наш, сука. Я, короче, был в ППГР, ну, там знакомый попросил, говорит, пойдем поможешь, подамажешь. Я говорю, ну, пошли. Короче, там был друид какой-то левый, у него шмот вообще там... а-ля там, я не знаю, 75 уровень, я не знаю, как он туда попал своим ходом, может, летел. Короче, суть в том, что у него всего 3 шмотки с дырками, и в одной из них стоит брюлик, блядь. Я загорел, когда увидел, блядь. 70-й левел? Не-не, он 80-й, шмотки у него очень плохие, понял? А, я понял. Да, вот у Акела Миша тоже взял 80-й, только один квест сделал на острове за 100 голды. Из первого квеста у него брюлик упал. Это тупо рандом. Он, блин, у меня сколько играю, у меня еще ни одного брюля нет. Это просто пипец. Тупо. А куда ставить? А что делать с ним? Я такой, нихера себе. Ой, 240 у меня танк стал. Вот. Я кольцо поменял. 240 танк. Давайте, где там человек? Давайте бить что ли, чекай на АФК, дайте бить что ли трэш, алло. Сейчас прилечу. Давай, лети, где там ветер? Чёрт, 2 минуты. Ретрик и Протопал, бегите сюда, давайте бить трюш. Ремень резиновый. Хан 273, но не хочет, потому что ему нужен проф, блядь. Проф? 273? Скажи ему, что он лох. Он лох. Да доначенный, по-любому доначенный. Конечно доначенный. Как так они, блядь, мы проф убиваем до 240, нахуй. А 270 без профа. Какие-то донари, блядь, реально. Ты бери больше, 230 убиваем, блядь. Ну да. Вкинул я себе еще 10 усилков в стаму. С тем, как только что наш РЛ преувеличил в улчате по поводу набора, когда спросят, в каком мы там левеле убили профа, скажем, та 150, блядь, изи. 180, нахуй, не поверят на 150. Говорит, я уже профа не могу 2 месяца пройти, блядь. Вы там профа траете? Нет, мы профа убили со второго трая. Но если бы лимон не затупил, убили бы с первого. Надо на запись поставить и включать, понял? Да, забалил. Бой снимай. Для 25-ки не будет, да, Сань? В смысле? Сань, АФК-шу. В смысле 25-ки не будет? Ссылка. Так на понедельник стоит, не? Че, говорили, засядем? Да ладно. А сегодня я не видел РТМ 25-ку. Конечно, лимон. Так же, как ты меня теренаской. 1-1.
Че, вы не забрали никого пока? Да я вот служу в чате, но никто не пишет. Слышь, Клык, а че у тебя один персонаж? А? Один персонаж у тебя. Три. Какие есть? Лок, Вар. Они все с пятой ката, я не... Войт. Войт тут? Че? Это ты записывал профа? Конечно. Это скинь, короче, на YouTube и скинь им ссылку, пускай тактику эту учат, блядь. Ты записывал профа, Войт? Слушай, удали, пожалуйста, первую запись, где я, блядь, наслал. А кто там голды хотел заработать? Я хочу. Я. Да тебе раскошелиться придется как раз. Судя по смеху там на фоне, вам не очень легко, пацаны, придется. Вы там идете к нам или нет? Трэш бить надо, паладин, ретрик. Бить быстрее. А вы на ком там? Перед Синдром. Синдру? Так она шизи в десятке. А, смотрите, трэш бьется на той стороне, то есть пробегают и в дверях в первых бьют. Хилы чуть назад, ну трэш, просто трэш злой, тупо злой. Понятно, мы просто пробежим сейчас вперед, как мы на циркуле делаем. Рогу, это вот так? Да. Пробегаешь, потом становишься и бьешь. Рогу, дискорд, пожалуйста, не гоните ему, чтобы он зашел. Не знаю, пух какой-то. 257. Да, я вижу. А если напуливать умеет и тактику знает, то это все, что от него требуется. Да сейчас все умеет. Пусть заходит в диск, сейчас спросим у него там, умеет ли он. А если что, сильно не пинайте, сова первый раз. И просьба хотя бы чуть-чуть анонсить, потому что мы на Синдру реально мало ходили. Ну вон мастер пусть поэрэлит. Ты если что подскажешь, Лимон, я буду... Стоп, Рога мне говорит. Главное, Сань, главное метки в рейд вы начали. Что Рога говорит? Рога говорит, да, типа, слабая пати для лича. Панутина. Слушайте, нам только что говорили, что профа не убьют. Да. Сань, я всегда говорю... А какой у вас там итем левел, что он так говорит? Ну, у меня 240, например. И у меня 241. Дим, я громкость тебя 200% выставил, все равно нифига не слышу, честно. Ладно, я только проснулся недавно. Ай, доброе утро. Нашли уже ДД, да? Ого, в перевале мертвого ветра. Имеет смысл суммонить его? Да, имеет. Ребят, лучше своих кого-то, если сейчас кто-то свой даст добро. Вы там в ВВК собрались или нет? Все, можем пойти кто-то. Кто из наших есть Хант или Барога? Хороший. Никого. Клизма есть? Клизма. А, на шамане. Волгард. Не, не маю его. А вы тогда убили этого Халёна? Нет. Лез еще. Не убили еще. Да там полрейда слакал, люди тактики не знают. Руиды в огне сгорают, роги, блядь, по пламени бегают. Люди, как ты там говоришь, в огне, блядь, инвалиды? Да, в огне умирают без руки и без ноги инвалиды у вас в РСке, реально. Люди туда не хотели. Не хотят, пусть 25-ки вайпаются. Я буду РС собирать каждую неделю, 10. Будете учиться там. Так, одинаковая тактика. Рога в дискорде. Все, Рога с нами. Давай, Рога, теперь осталось вынуть долететь. Напуливать умеешь, там триксы, все дела. Отлично. Что такое триксы? Все это называется маленькие хитрости. Стоп, там кого-то придушили, пробуют что-то говорить, говори. Маленькие хитрости. Называются триксы на английском. Я не слышу. Пацаны, был релок, меня сейчас ЦЛК, короче, КД почему-то стало. Чё за хрень? Чё произошло? Тебе повесили КД на ЦЛК. А не знаю. А ты кто? Я Соленый. А. Релок. Это как так-то? Пиздец, ты просто полный
и вообще я не... Да не расстраивайся, в РБК походи там. Помаймайте. Но в ЦЛК не возьмут пока. С твоими камнями и чарками. Так что тебе есть чем... Да я только что был там, пати, все собрали. Ну уж все нормально, мы уже, блядь, на босса шли. Попробуй. Алёна, не ори так, господи. Мне аж страшно. Попробуй исправь ошибку. Спасибо. В этом, пожалуйста, в персонаже. Тикет напиши. Если есть, да, скажи, что у тебя КД повесилось, может бах какой-то. Они отвечают как на Киркле через двое суток, как минимум. Чё стоим? Побежали в конец. Рога еще не зашел, рогу не зашел, стойте. Рога летит с ЛК. Если он зайдет, на сейвинг перезапустится. Давайте его дождемся. Рога, знаешь тактики на Синдру Лича? Ты с циркуля, нет? Сразу отвечай. Да, нет, нет, да, да. Откуда? Все, кикаем нахуй. Откуда ты? Ты только здесь играл или на других серверах есть опыт? Всех, кроме Лича? Понятно. Если не убьешь, не расстраивайся, потом да про нас будет. Что ты так как сразу на... Сейчас все убьем. Давай, Роб, заходи к нам. Ты мне купил глазки. Ой, сейчас на Синдру начнется, блядь. Мы с лимоном шарим. Чё кого, да? Что это такое? Ты мне мусор отдаешь? Подарок. Спасибо. Бля, ты же есть. Ой, бля, ничего не знаю, когда бежать. Ща надо найти. Бля, нет, я выкинул, сори. Ну через валитру беги. Нашёл. Колду выкидывай мне в обмен. О, ништяк, это хорошая штучка нужная. Фласки? Я не покупал фласки, я купил только свечки престол. Я даже себе не купил фласки. Я не знаю, как я Синдру буду танчить без форшмета. Надо быстренько докачивать кузню и делать себе эти шмотки срам. Ничего, я тебя быстро поменяю. За 8 секунд. А сапрот! Сапрот купить! Быстро поменяю. Лимон, тебе надо сапрот купить и выпить. Оно хорошо помогает. Я иду, я скину быстро. У меня рывки есть. От тебя к глыбе. От глыбы к тебе. Десятки тебе, в принципе, ничего там бояться. Она не сильно лупит. Да? Ну ладно. О, настой сопротивления мультис. Вообще шикарно. Супер. Только на Синдре выпьешь, оно час дает, короче. Чтоб Синдра лечить. Знаю, когда его пить. Пиздатый настой, я знаю, на циркуле был максимум 50. Касик пришлешь мне на почту после рейда. Сколько стоит этот фласк? 200 голды. 150, 180. Тишина. Она 200 голды сейчас стоит. 200. А микстурка сзади говорит. Подожди, стоп, какой 200? Она дороже стоит сейчас. Ну, в среднем цена за 200 можно купить, Димон. Да хрен там. За 5000 покупается вот только что. Димон только что молчал, не надо. Не знаю, у меня этот рецепт есть, я могу их крафтить. Ребят, это, а печенька сколько на Т4 стоит с грулом Айда? А в чем, в голде? Да. 10-15. Не, дороже.